Итак, друзья, есть сайт miboom.ru, и вот он недавно выложил российские прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Еще раз, это не все смартфоны здесь представлены. Ну, допустим, есть Xiaomi Mi 10, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9, 9T, Pro, Mi Mix 2S и так далее. То есть, если вам по каким-то причинам надо скачать, скачивайте, устанавливайте. Ну и как скачать, установить можете, ну как скачать, понятно, нажать на ссылку, а как установить, можете посмотреть у меня на канале. Там все делается очень быстро, просто и понятно. Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Redmi, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9 тоже можете скачивать. Ну и Poco F2. Вот, собственно, и все, друзья. Значит, ссылочку оставлю в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.